Все должно решаться в рамках закона. Ашимбаев о богатстве семьи Назарбаева. Forbes Казахстан обновил список 50 самых богатых людей страны. В рейтинге есть дочь бывшего президента Дарига Назарбаева, дочь и зять экс-президента Динара и Тимур Кулибаевы, а также Нурбол Назарбаев, сын Булата Назарбаева. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, должно ли быть расследовано то, каким образом эти люди разбогатели. Я не видел информацию, о которой вы говорите. Но все подобные вопросы должны решаться в рамках закона, заявил в ответ Маулен Ашимбаев.